июль месяц радует нас созреванием плодов на деревьях и ягодных кустарниках. Если ветки ломятся от количества плодов, то не поленитесь и установите подпорки. Малина, смородина, крыжовник. Скоро вы сможете все это попробовать. Но не только вы с нетерпением ждете урожай, а еще и насекомые-вредители. Их вполне устраивают незрелые ягоды и молодые побеги. Не будете бороться с насекомыми, урожая вам не видать. Поэтому вовремя проводите обработку ягодных кустарников, например, настоем золы или мыльно-содовым раствором. И обязательно удаляйте сорняки и молодую прикорневую поросль. Это дом родной для насекомых-вредителей. Если хотите не только в этом году лакомиться ягодами на кустарниках, удобряйте их, ведь в июле активно завязываются почки для урожая следующего года. Смородину, крыжовник и малину подкармливают раствором коровяка с добавлением фосфорно-калийных удобрений. Не прекращайте перепалывать сорняки, рыхлить и мульчировать почву в приствольных кругах кустов и плодовых деревьев. Кстати, о плодовых деревьях. Если хотите ускорить созревание плодов, то можете воспользоваться таким приемом, как отгибание ветвей. В июле самое время. Делается все очень просто. Ветви отклоняйте от центрального ствола под углом 45-60 градусов, подвязывая их к какой-либо опоре. Отгибание ветвей позволяет ослабить их рост и накапливает в них продукты фотосинтеза. Еще один способ ускорить плодоношение – прищипывание, то есть удаление травянистых верхушек побегов у плодовых деревьев. И опять про вредителей. Чтобы они не добрались до ваших созревающих плодов, посадите рядом с деревьями какие-нибудь ароматные растения, вроде чеснока. У насекомых-вредителей очень хорошее обоняние, и запах чеснока вряд ли им понравится. Главное подрезать его, чтобы на срезах появился сок, источающий резкий запах. Кстати, радуйтесь, если на ваш участок прилетают божьи коровки. Они питаются тлей, медянками и щитовками. Так что божья коровка – welcome! А теперь о клубнике. Она в июле уже прекращает плодоносить, зато активно наращивает усы, формирует цветковые почки и накапливает питательные вещества. Значит, подкормка растения обязательно. Используйте минеральные и органические удобрения. Но исключите азот, чтобы кусты не ушли в рост. Лишние усы удаляйте. Оставляйте только самые крепкие и здоровые для рассады. Если в этом сезоне на вашу клубнику напал земляничный клещ, то после сбора ягод скосите и сожгите кусты, а грядки обработайте эмульсией кельтана. Кстати, если ваша клубника растет на одном и том же месте 3-4 года, то придется ей переехать на новое место жительства. А почву на старом перекопать и в течение следующих 2 лет использовать под посадки овощей или газон. Хорошего вам урожая!